Гибридное солнечное затмение в апреле 2023. Самое яркое затмение. 20 апреля 2023 года произойдет самое яркое солнечное затмение. Оно называется гибридным. В этой статье вы узнаете, где и когда можно наблюдать это затмение и в чем его главная особенность. Что такое гибридное солнечное затмение? Гибридное солнечное затмение – это редкое явление, во время которого тип затмения на разных участках меняется с кольцеобразного на полный и обратно. Гибридное затмение происходит, когда видимый размер Луны точно совпадает с размером Солнца для наблюдателя с Земли. В результате на видимый тип затмения начинает влиять кривизна земной поверхности в тех местах, где Луна во время затмения находится в зените. Соответственно, имеет наибольший видимый размер, происходит полное солнечное затмение. А в местах, где Луна находится близко к горизонту, ее видимый размер немного меньше, чем у Солнца, поэтому там происходит кольцеобразное затмение. Астроновости. Гибридное солнечное затмение происходит примерно раз в десятилетие. В 21 веке гибридное солнечное затмение составляет всего 3,1% 7 из 224 от всех солнечных затмений. Знаете ли вы, какие бывают еще типы затмений? Пройдите наш тест, чтобы проверить свои знания. Будет ли видно солнечное затмение там, где я нахожусь? Солнечные затмения видны только на небольшом участке Земли. С помощью приложения Eclipse Guide вы можете узнать, какое ближайшее затмение будет видно там, где вы находитесь. Откройте приложение и нажмите на значок лупы в левом верхнем углу экрана. Вы увидите список ближайших солнечных и лунных затмений. Затмения, которые видны там, где находится ваше устройство, отмечены значком глаза. Когда будет солнечное затмение в апреле 2023 года? Гибридное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Максимальная фаза затмения наступит в 7 часов 17 минут по московскому времени, 4 часа 17 минут GMT. Во сколько будет солнечное затмение? Ниже представлено расписание фаз солнечного затмения 20 апреля 2023 года. Обратите внимание, что время начала и завершения затмения дано для первой и последней точки, в которых будет видно затмение. И не забудьте перевести указанное время по Москве или по Гринвичу в ваше местное время. Частная фаза затмения наступит в 4 часа 34 минуты МСК, 1 час 34 минуты GMT. Полная фаза, полного или кольцеобразного затмения, наступит в 5 часов 37 минут МСК, 2 часа 37 минут GMT. Максимальная фаза, полного или кольцеобразного затмения, будет в 7 часов 17 минут МСК, 4 часа 17 минут GMT. Полная фаза полного или кольцеобразного затмения завершится 8 часов 56 минут МСК, 5 часов 56 минут GMT. Частная фаза затмения завершится в 9 часов 59 минут МСК, 6 часов 59 минут GMT. Сколько длится солнечное затмение? Полная фаза полного или кольцеобразного затмения 20 апреля будет дольше всего длиться над океаном, ее продолжительность составит 1 минуту 16 секунд. На Земле самое длинное полное затмение будет видно в Восточном Тиморе, где оно продлится 1 минуту 14 секунд. Полная фаза затмения на полуострове Эксмут Австралия продлится всего 1 минуту. Где будет видно затмение? По крайней мере, частную фазу затмения будет видно в южной части Индийского океана, в некоторых частях Антарктиды, Индонезии, Филиппин, в большей части Океании, в Юго-Восточной Азии и в западной части Тихого океана. Полную фазу затмения будет видно на востоке Восточного Тимора, в некоторых частях Западного Папуа и на полуострове Эксмут в Западной Австралии. Переход от кольцеобразного к полному затмению будет виден только в отдаленных локациях посреди Индийского и Тихого океанов, рядом с Маршалловыми островами в одной точке перехода и французскими южными и антарктическими территориями в другой точке. Чтобы узнать подробнее о движении солнечного затмения, ознакомьтесь с интерактивной картой Ксавье-Жуби. Когда будет следующее солнечное затмение? Следующее солнечное затмение состоится 14 октября 2023 года. Это будет кольцеобразное солнечное затмение. Следующее гибридное солнечное затмение состоится 14 ноября 2031 года. В нашей красочной инфографике вы найдете даты, расписание и карты видимости ближайших солнечных и лунных затмений. А приложение Eclipse Guide поможет вам визуализировать видимый путь затмений и даст рекомендации, где и когда их лучше наблюдать. Подведем итог. Солнечное затмение 20 апреля 2023 года будет лучше всего видно в Австралии, Восточном Тиморе и Индонезии. Его называют гибридным,
потому что оно меняет свой тип с кольцеобразного на полный и обратно на протяжении своего видимого пути. Однако те точки, в которых затмение меняется с кольцеобразного на полное, расположены в отдаленных локациях посреди моря, так что наблюдатели на Земле смогут увидеть только полное затмение. Установите приложение Eclipse Guide, чтобы узнать больше об этом и других ближайших затмениях, и следите за нами в соцсетях, чтобы всегда быть в курсе главных астрономических событий.